Друзья, совсем скоро мы всем миром будем отмечать 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И нам очень приятно здесь видеть ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Красенькова. Для вас наш небольшой концерт. Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу. С кровавых небесных журавлей они до сей поры. Ну а сейчас для вас поет Егор Копосов. По горам, сагам, по земле, на чужой умирал солдат. Над ним облака, края родны, уплывали в тишине, в тишине. Под чужою землей догорал закат, по земле на чужой умирал. Много известных всем песен. Под эти песни поднимался боевой дух солдат. Все шли в бой и могли выстоять в этой тяжелой борьбе. Мы помним эти песни. Сейчас звучит песенка военных корреспондентов. Места, где вы не скитались, мы в пыли. Залегай блокнотом, а то и с пулеметом. Сквозь огонь и стужу мы прошли. Выпивавших, но выпьем заснимавших, выпьем зашагавших под огнем. Там, где мы бывали, нам танков не добавили. Место, где мы смущенный пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Прям завислой сонной лежат в земле сырой Серёжка с мамой Бронной. Здоровья, еще раз здоровья, уходят ветераны, грустно. Но победа, она всегда будет за нами.
И что бы сейчас ни делал от партии КПРФ, хочу поздравить вас с праздником, с наступающим 9 мая. Спасибо. И в честь праздника 9 мая, легендарного Дня Победы, звучит песня «День Победы». День Победы. На этом наш небольшой импровизированный концерт подошел к концу. От всей души желаем счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Ну а мы говорим вам до свидания и до новых встреч. Он хочет сказать слово. Да. Дайте. Раз, раз. Спасибо. Вера, спасибо. Что вы нас помните, не забываете ветеранов войны. Вы знаете, что это было? Это трудно сказать. Пройдут тысячелетия, когда люди будут, наши потомки, вспоминать нас, что была эта невыносимая такая война. И наш народ выдержал эти все испытания. Мне сейчас помнится, и с тоской вспоминаю, когда дети выходили, протянутой ручкой, дядя, дай хлебушка. Вы понимаете, как это было больно? И я свою солдатскую пайку отдавал. Командир говорил, да ты же не дойдешь. Я говорю, дошел. И мне 97 лет. Уверяю вас, мы встретимся с вами еще, когда мне будет ровная цифра. Спасибо вам за подарочки эти. Не в этом дело. Вы мне душу дарите свою. Вы понимаете, как это тепло встречать вас к нам, к ветеранам. Нас мало осталось. Но мы являемся для вас, дети мои, живая история. С Богом вас! Счастья всем дарю вам. И если коснется дело, какой бы я ни был, вот стою с палочкой, я сяду за рычаги танка и опять в бой пойду, если это Россия, правда, родимая, ранимая, но непобедимая. Пусть помнят, господа, заокеанские, что они нам брякают оружием. Нет. Россия не встанет на колени никогда. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Цветение. Они сейчас в этом веке одаренные каким-то природой. Способные. И счастливые, можно сказать. Надежда у нас на них будущее. Вы смотрите, вы знаете, как это тепло встречать такое маленькое дитя. Она мне желает добра. Спасибо. Как зовут тебя? Алиса. Спасибо тебе большое. Возьми цветочек, она тебе цветочек дарит. Так вот, я и не живу. Дарит и говорит спасибо вам.
Это великое дело, потому что я душой вас ощущаю. Пред нами Всевышний нас видит. Верой и правдой служу Господу Богу, России и Отечеству нашему. Молодец. Дай Бог здоровья вам. Дай Бог здоровья.